550-летие Николая Михайловича Карамзина, помимо, наверное, каких-то еще юбилеев. И, по-моему, это такой радостный, приятный и благородный повод, да, для встречи, следующего года. Какая-то безупречная, на мой взгляд, и благородная фигура, которая всех объединяет и мирит, даже тех, кто спорит о том, кто он и с кем. И замечательный портрет. Слышно, да? Замечательные портреты, которые, может быть, если можно, например, в поиске набить Карамзин портрет, нельзя, они удивительно разнообразны, о чем, может быть, Андрей скажет, что человек очень меняющийся. Мы имели в виду поговорить и о Карамзине рубежа 80-х-90-х, то есть о Карамзине, переходящем от обучения к путешествию, о Карамзине-путешественнике, и о 90-х годах, как годах сентиментализма и вот такого рождения или открытия нервов, о 800-х годах, когда Карамзин делается историком и объединяется в затвор зимний и летний в доме Вяземского в Москве и в усадьбе Астафьева. Эти два дома являются аналогами друг друга. И таким образом у нас, вероятно, и будет построен разговор от путешествия через сентиментализм, бедную Лизу, эпоху нервов к истории. Вот. И мы ждем еще Сергея Никитина, судя по тому, что СМС была доставлена в определенное время, самолет задержался, но характерно, что Сергей был намерен, вот прям из аэропорта бежать к нам, чтобы поговорить о Карамзине. Это действительно тема, которая как-то многих радует и многим приятна. Вот, такое начало. Я не знаю, нужен ли микрофон вообще. Так слышно? Слышно, хорошо. Ну, во всяком случае, пожелание, он есть. Мы думали начать с той самой анимации, которую сделал Андрей Балдин, и, может быть, еще сможем к ней вернуться. А вот сейчас такая самая простая заставка. Вот они, Карамзины. Я особенно люблю портреты с третьего ряда, вот левый, например. А он в первом ряду третий, вот этот, в первом ряду третий, да? Совершенно замечательно. Можно на него крупниться и под ним начать. Грузится. Ну, не будем терять время и начинаем. И, наверное, тогда я попрошу Андрея Николаевича. Тогда мы не дожидаемся. Ну, вдруг. Хорошо, до конца вечера получится. Да. Да. Но есть картинки. Три картинки. Я вообще с некоторым облегчением слышу то, что кино не открывается, да? Потому что это немножко другой фильм, другой жанр. Это сопровождение к выставке. В общем, здесь пришлось бы очень долго объясняться. Что касается. И поэтому я покажу другие три картинки. Начать действительно можно, но именно с набора его портретов, потому что на них он совершенно не похож. Да, вот какие-то. Все-таки микрофон. А, плохо слышно. Да. Тогда я. Что я? Хорошо. Да. Я с этим столкнулся, потому что должен был его рисовать или как-то монтировать. И понял, что это очень разная личность. И надо сказать, что. Ну, может быть, я как раз в силу того, что я художник, я подхожу именно с этой физиономической точки зрения, я как раз сначала увидел его не цельным, а очень другим. Он очень разный. И я так понял, что о нем имеются очень разные представления у людей. К нему действительно все относятся тепло, но и тепло по-разному. Кто-то называет его отцом русского европеизма, считает западником, и надо сказать, что это довольно устойчиво. Точка зрения. Кто-то считает, что это отец русского консерватизма, тоже с большим, да, вот просто там поднимает руку, и тоже с большим количеством аргументов, причем это же полярные вещи. И мне всегда нравилось, как эти противоположности удивительным образом у этого человека сходятся
во что-то одно. Вот он дробно целый, удивительно, это удивительный феномен. И я как-то от него начал исходить, вот от этого парадоксального, утешительного такого явления, дробно целого Карамзина. Я его назвал круглый Карамзин, но круглый Карамзин звучит не очень хорошо, тем более, что он вообще двенадцатый, а не говорится, вообще он не похож на слово круглый. Но в юбилейный год подойдет. Круглый в смысле объемный. Ну, в архитектурном институте понятно, что есть круглая скульптура, это трехмерные фигуры. Это такая человек-планета, на котором Восток и Запад искать бессмысленно. В нем есть и то, и другое. Можно показать первую картинку? Вот та карта, которая висела. Да, вот это. Вот эта карта называется «Первый взгляд Карамзина». Он родился в Симбирске, он тогда назывался еще Дубен. И первый взгляд его вот был устремлен на восток. Он писал об этом, он говорил о том, что для него восход солнца был целым обрядом. Восход солнца со стороны, оттуда и завод. В принципе, он должен был изначально стать восточником. Михайловка, это примерно в том месте и есть, это одна из версий, где он родился. Это имение его отца Михаила Карамзина, собственно, поэтому так и названное. Но этой точки зрения придерживаются оренбургские ученые, потому что Михайловка находится в их поле деятельности. А вот ульяновские и симбирские, лучше им не говорить об этом. Они крайне категорично отрицательно к этому относятся, уверяют, что он родился на этой стороне Волги, что он все-таки вот на русском берегу родился. И между ними, несмотря на то, что Рустам предупредил, что царит мир и согласие, между ними нет мира и согласия. Первый же пункт, место рождения, Карамзина двоится. И это только начало каких-то рассуждений, начало восприятия Карамзина. Потому что если начать разматывать эту восточную восточную перспективу, даже гипотетически. Но мы сразу прямо упремся в Пугачевский бунт. Поэтому здесь обозначен с той стороны Пугачев. Пугачевский бунт разразился, когда ему Карамзину было 5 лет. И эта солнечная сторона, откуда вышли его предки, хотя вчера меня поправили, что предки его были крымскими татарами, но все-таки это были ранние-ранние предки, а так в принципе вышли они все-таки из-за Волги. В момент перемирия с Москвой часть знати перешла на определенных условиях под московское владение. Одним из них, ну, как раз один из этих харизматичных людей, был известный вот этот Карамзин. И эта восточная, обнадеживающая, ранняя, как солнечная страна обернулась адом, потому что Пугачев разорвал карту пополам. Он, на самом деле, в общем, он не пустил начинающийся русский язык к востоку. Вот есть такой феномен. Русский язык мог бы развиваться на востоке. Многие пассионарные фигуры, начиная с Державина и того же Карамзина, это люди восточные, это люди левобережные. И вообще русское слово с надеждой смотрело на восток. И мне всегда это было понятно, и тот же Владимир Даль чуть позже, поколением позже, шел и туда же и видел потенции русского слова на востоке. Но, увы, страница уже была оборвана. И пример того же самого, пример нашего героя Карамзина показывает то, как начинающий литератор, историк, исследователь, причем он начинает язык как отшатывается от востока. Вот первая драма нарисована, ну как бы, обозначена уже здесь. Он смотрел ребенком на восток и о чем-то грезил и какие-то мечты выстраивал, но вышло так, что он отшатнулся и покатился в совершенно другую сторону. И язык стал западно устремлен. Его же стараниями того же Карамзина. И вот это распадение начинается уже сразу же. Можно вторую картинку нарисовать? Да, вот здесь обозначено его путешествие. Вот как он покатился обожженный Пугачевской вот этой стороной бытия, скорее не бытия. Он поехал. Это как-то, кстати говоря, вообще путешествие русских писателей почему-то, вот есть феномен нашего сознания, плохо картографируется. Это я навелся
линию. На самом деле этой карты, официальной карты нет. Нет, я просто исследую путешествия русских писателей, и поэтому с большим интересом, конечно, прочертил эту линию, значит, он Москва-Петербург, дальше через Европу до Лондона, потом тут не очень хорошо видно, пунктиром он морем возвращается обратно. Вот такая, такое кольцо неявное он совершил. И почему я этим заинтересовался? Потому что как раз это его путешествие, в моем понимании, было первым воцеляющим действием. Вот он поехал как бы начинающий, раздвоенный, еще не писатель, а только переводчик, уже находящийся между языками человек. Еще поехал он учиться языку, он не скрывал этого. И хотя к его таким публичным заявлениям нужно относиться всегда внимательно, он четко и правильно формулировал свои мысли, но не всегда до конца выговаривал подробно, что называется. Вот он спустя несколько лет после путешествия, он сказал, что он поехал учиться приемам современного письма. Встретить тех писателей, которые произвели первые движения его души, вот так, если ближе к его записке. Он поехал учиться. И это путешествие университетское оказалось. И это путешествие, собирающее его из вот такого раздвоенного состояния, состояние целое. И здесь я как архитектор, очень трепетно относящийся именно к тому, чтобы дробь собиралась в целое, я с большим интересом за ним следил. Здесь, в принципе, можно было бы войти в серьезные... Как хорошо, что кино не заработало, да? Потому что я могу рассказывать, ой, там в кино все нарисовано. Там что-то есть, но на самом деле не все, конечно. Да и не кино это сопровождение выставки. Так вот, его путешествие достаточно четко... Как будто по курсам университета хорошо раскладывается на этап. Причем на этап литературного обучения. Он вообще стремился выйти за пределы России. Это у него была такая оптическая мания. Он состоял в переписке с Лафатером, и тот написал ему известную максиму о том, что глаз сам себя не видит без зеркала. Обязательно нужно выйти за свои пределы, обязательно нужна рефлексия для того, чтобы понять, кто ты такой. И вот этот юноша, да, кстати, еще нужно сказать, что поехал человек 22 лет. Мы наших классиков обычно как-то считаем уже сложившимися, оформленными взрослыми людьми, а поехал очень и очень молодой человек. Обстоятельства, при которых он уехал, драматичные, гонения на масонов. Я сейчас не буду в них вникать, потому что меня интересует именно два становятся одним, или множество становятся целым. Вот 22 года, молодой человек, он едет, он сначала выбирается из пределов глаза, своего собственного глаза, чтобы оказаться вне привычного помещения. И дальше начинается интересная очень учеба, потому что когда он едет по Германии, он разбирает пространство литературного сюжета. У него множество попутных рассказов, где действуют разные герои. Я уже начинаю, я придумываю за него какую-то классическую игру. Но очень интересно, что всегда в его коротких рассказах, легендах и так далее, всегда присутствует это корпускулярное движение героев. Они уже в пространстве. То есть, рассказ как космос, да? Рассказ как некое 3D действие, в котором существуют фигуры героев, и он так достаточно красиво их переставляет. И это первое. Германия дает ему помещает некий куб 3D в голову. И надо сказать, что в итоге он все собрал, весь свой вот этот университетский поход, он обобщил бедный лист. И очевидно, вплоть до имени Эрас, такое ощущение, что он начал писать его в Германии. Вообще такая сентиментальная история, в ней есть пространственный немецкий оттенок. Все, что я говорю, я проектировщик, я здесь учился и в этой аудитории бывал не раз. Поэтому все, что я говорю, это проектные предположения. Я прошу относиться к этому с пониманием. Дальше он едет во Францию, куда, собственно говоря, он и стремился, потому что во Франции революция. Тут еще нужно помнить, что это за эпоха. Это 1789 год. Туда ему нельзя, он больше всего хочет туда попасть. И во Франции он вдруг обнаруживает,
что революция — это большой театр, который фокусирует и время, на момент, революционный момент некий, и собственно, собрание, парижское собрание персонажа. Он понимает, что есть великое количество публики, есть очень ограниченное количество актеров, и есть единицы реально управляющие действием. Авторов было очень немного. И вот его видение, он понимает, что роковое событие сфокусировано даже в персонале. И это любопытно. Он много ходит в театр и наблюдает эту фокусировку почти в яре. И я считаю, что именно это, да еще к тому же роковое событие революции, мне кажется, понятие события в литературе, фокусировка рассказа не обязательно роковом, но обязательно в центральном пункте. Кстати, кровь обязательно должна пролиться, Лиза обязательно должна погибнуть. Если бы она осталась жива, то повесть не состояла. И, наконец, я сейчас говорю быстро, телеграфно. И наконец, Англия, которая научила его просто моторику письма. Англия, удивительно, ему показалась холодна, но он написал немножко по-другому. Хвалил англичан, но похвала моя столь же холодна, как они сами. Англия — страна машин, страна совершившейся революции, вот машинерии текста там удивительным образом относятся. Так примерно я себе представлял, вот три этих курса, я себе разложил заочно и описал примерно как что происходило с юношей, который учится современному письму. Мне страшно понравилось, я написал об этом некий текст, опубликовал его, а потом, наконец, выбрался сам и постарался, потому что это правило исследователя литературных путешествий, хотя бы ключевые какие-то пункты нужно разобрать. И меня очень заинтересовала Женева. Я настолько, что я выбрался туда даже два, куда добрался, и тогда третью картинку. Я поясню вот эту странную карту немножко подробнее. Дело в том, что Женева – пункт очень необычный в его странстве, потому что едет сначала 3 месяца до Женевы, потом полгода проводит в Женеве. Почему-то вот на Женеву — это вот куда указывает этот палец. Полгода он здесь сидит. И после этого еще несколько месяцев Франция, Англия, возвращение. Что такое его сидение на вот этом вот, на этом пределе? Что такое этот предел? Оказывается, на месте это очень хорошо ясно. Оказывается, это граница, во-первых, это граница языков, примерно вот зеленым вот пунктиром, восточнее его немецкий язык, западнее французский, и переводчик Карамзин очень остро на это реагирует. Он пишет об этом, он отмечает в своих заметках, что он расстается с немецким языком, не без сожаления, хотя он ругает швейцарский немецкий язык, но тем не менее, он понимает, что он пересек какую-то границу двух миров. Но этого мало, потому что Женева – это еще многие границы. Это граница между озером и рекой, между покоем и движением. Женева вообще замечательный город инженеров, который до сих пор следит за переходом из покоя в движение. Там есть замечательный фонтан, кто-то там был, видел. Это когда из озера 150 метров бьет фантастической высоты, просто вертикальная струя. Швейцарцы, женевцы очень внимательно следят за этой точкой. Это философски чрезвычайно важная точка. Это для них точка Руссо. Они даже, там есть несколько мостов, переплетение мостов в том месте, где покой переходит в движение. И среди этих мостов есть островок, на котором сидит Руссо. Великий инженер, женевец, ну, тут можно вспомнить о кальвинизме, о порядке, который царил в Женеве. Но на самом деле здесь важно другое. Для меня важно другое. Здесь важно то, что этот раздвоенный переводчик, да, он вдруг оказался сам. Вот он оказался на некоем меридиане. Возможно, это принудило его остановиться. И каков результат был этой остановки? Он, оказывается, до этого момента не отправил письма обратно. Есть, мы знаем, что есть замечательная книга «Письма русского путешественника». Она скомпонована так, как будто он все время с дороги шлет письма, и они довольно живо так описывают ситуации и изображают диалог между автором и его московскими респондентами. Но московские респонденты им очень недовольны, потому что никаких писем они не получают. Оказывается, он в свой дорожный сундук собирал все эти письма.
и довелся до Женевы, он явно не был ими удовлетворен. И здесь происходит полугодовая редакция. Первая очень серьезная. У него будет еще волна редакции московской, и еще, потому что письма будет в несколько этапов. Но первая остановка, редакция, первое воцеление, то, с чего я начинаю, первое сведение в целом, текст не похожий на реальность. И он останавливается и пишет, переписывает. Вот на это и уходит, по сути, полгода. Переписывает весь этот корпус непохожих дорожных писем до тех пор, пока они становятся похожими. При этом он производит достаточно жесткое механическое, инженерное, женевское действие, за что его пеняют многие последователи, в частности, не последователи, многие критики, в частности, Белинский. Он говорит, что во время своего путешествия Карамзин немного некритично просто взял как конструкции грамматические конструкции французского языка и вставил их в тот хаос, который, по мнению самого Белинского, тогда представлял собой язык русский. И неожиданно или ожиданно машина поехала. Машина русского текста, которая была свободна, хаотична и очень своеобразна у каждого из авторов, у Карамзина поехала. Я так решил на англичан с их машинным мышлением. Но похоже на то, что первые уроки вот этого грамматического движения, подвижного текста, который успевает за движением путешествия, были получены Карамзиным в Женеве. И это было первое сращение, для меня, во всяком случае, как наблюдателя, первое сращение половинок Карамзина. Он стал цел и подвижен. Это некое женевское инженерное чудо, я, по крайней мере, подозреваю в этом. Его язык приобрел гипнотический для тогдашних читателей свойство описывать синхронно свое существование и существование героев. Вот по обе стороны страницы потекло одно и то же время. Именно этим замечательно бедная жизнь. И это произвело ошеломляющее впечатление на публику. Успех бедной Лизы, я понимаю, что последователи Карамзина, я у несколько, это литературная клака, выглядит из Луда, у несколько преувеличено, но думаю, что это только какой-то коэффициент. Чудо было именно в этом. Это было современное письмо, соединяющее времена. Герои поселились среди москвичей. Конечно, это были московские герои. И Москва поверила в это. Мы знаем анекдоты о том, как было поклонение, Лисенпруд превратившийся в Лизенпруд и так далее. Вот это литературное чудо было чудом перехода языка в движение. И я подозреваю, что ему много дало путешествие и вот этот урок Женевы. Хотя, несомненно, весь его путь был такими, в лучшем смысле этого слова, подсказками пространства. Он нашел, вот он вышел, глаз вышел из себя, увидел, что он такое, и научился писать синхронно с бытием. Это была революция литератора-путешественника. И его сразу же полюбили и не взлюбили многие за это. Но успех, безусловно, и этот 22-летний молодой человек, в Женеве точно 22 года, только в декабре уже, нет, в декабре же и в Женеве же, извините за это же, ему исполнится 23. Он уехал из Женевы в марте 90-го года. Вот опыт воцеления по дороге. Мне как архитектора и как путешественника очень утешает эта история. И я думаю, что таких соединений у него множество, так же, как множество есть Карамзиных, множество двоений его, точно так же в итоге они все должны соединяться. В кругу, да, понятие пространства здесь приобретает некое метафизическое значение. И вот это чудо я и стараюсь понять, описать, привязать к месту и пространству, и он для меня очень оживательный таким персонажем. И меня уже не волнует, там, дробь его портрета. И так далее. В общем, я хотел вам рассказать, как дорога и как текст могут собирать половинки писателя в целое, и первым таким писателем был Николай Карамзин. Спасибо. Несколько подтолкаться еще в 18 веке и передать слово Геннадию Викторовичу, да? Потому что мы не будем говорить, конечно, наверное,
с Татьяной Михайловной на примере дома Вязьмы, о самой истории, да, судьбе Карамзина, 800-е или 10-е годы. Там мы поговорим о самом этом чудесном доме, о том, что он нам преподнес в последние годы. Вот. А вот Карамзин 18 века, да, насколько мы его представляем или не представляем, вот об этом хотелось поговорить. Спасибо. Добрый вечер, коллеги. Рустам украл у меня игры, действительно, проповедки в 1789 году свидетельствует о том, что темным утром, зимним, когда солнце еще не взошло, мокро, холодно, метет, Екатерина, извините, Алексеевна, она же великая, она же вторая, глядит в окно и говорит, какое меланхолическое время, вчера трое зарезались. Вот. А второй эпиграф, чтобы понятно, здесь, ах, Лиза, Лиза, дьявол хранит, где твоя невинность, вопросительный знак, троеточие. Я хотел бы поговорить о том, что для нашей культуры Николай Михайлович Карамзин – та фигура, которая заканчивает эру ритора Зоя. Ой, вообще, Рустам начал пугать страшными словами. Вот о чем идет речь, что как бы ни отличались готика от романики, барокко от классицизма, раннее средневековье от зрелого, эллинистическая Греция от республиканского Рима, все эти культуры, по крайней мере, в антиевропейских границах, объединены одним простым ясным принципом. Все эти люди абсолютно точно знают, что сказать можно все. А то, что не говорится, то не дано Богу. Ибо тайна сия, или богами, ну, в зависимости от того, как мы верим, ибо тайна сия велика есть. И этот принцип объединяет все эти культуры, но в 18 веке он начинает трещать. Не зря вот та знаменитая история, как про описку, ослышку, очистку Пушкина. Он обладал дьявольской памятью, тем более на стихи. И есть знаменитая история, он в одном из писем цитирует Державина. Ну вот те самые известные строки, река примет в своем движении, которые, как известно, заканчиваются Катреном, а если что и остается, через звуки лиры и трубы, то вечность тяжелом пожрется, и общий не уйдет судьбы. Пушкин абсолютно точно цитирует, только вот он державинское «и» применяет на «и». Понятно, в чем разница. Лира – это частное, приватное, свое, теплое, камерное, а труба – это общественное, гражданское, публичное. Для Державина это еще возможно в соединении, пусть даже несколько механистическом. Для Пушкина это абсолютная антиномия. И они не сходятся, они никогда не сойдутся. И это понятно. Мне кажется, что для решения всех этих проблем нам был делегирован Николай Михайлович Карамзин. Потому что к концу 50-х годов портреты писи – это открытие состоялось. Да? То гениальное изобретение вот этой вот мглы, отсутствия рук Эллиса, Тондера, который пропагандировал рокотов портреты писи, который давал многозначность, да? Такое смысловое колебание, отсутствие плоских характеристик, то языком был еще не освоен. И хуже всего давались, как ни странно, диалоги, хуже всего давались описания природы, хуже всего давались любовные сцены. Да? Для того, чтобы разобраться с диалогами, стало изобретаться тире и двоеточие, и к концу 80-х годов они уже появляются, хотя долгое время еще тире как тире или тире как три дефиса выражают современным языком. Это такое вот сокращение смысла. Ну да, если подобно Сумарокову мы переводим Гамлет так, как он его перевел, нам и тире, никакие троеточия не нужны. Сумароков, как известно, недолго ничтоже сумнявшись, и перевел следующим образом. Сюжет прост. Гамлет не мучился быть или не быть, он недолго почесал затылок, потом, значит, он охальника зарезал, маменька сослал, изнасиловал Офелию и тут же на ней женился. Вот и сказки конец, это звучит много. Сколько страниц? Там пол листа его набирается.
Ленина, и все совершенно понятно. Не предназначен русский язык, да, 60-х, 70-х годов, 18 века, для подобных вещей. То есть наступает, кончается ритора Зои, когда все можно было сказать, начинается эра, повторяю, не эпоха, эра, которая будет вмещать в себе целые эпохи, столетия и много еще что, психозоя, когда мысль изреченная есть ложь, да, когда вот основное иногда над фразой, помимо фразы, через фразы, между буквами, ну и так далее, и так далее, и так далее. Для этого понадобилась новая пунктуация, для этого понадобилось это самое троеточие. Если пытаться себе представить проблему, перед которой оказались люди этого времени, она звучит приблизительно так, что если проблема первобытных обществ могла быть сформулирована так: боги и мы, проблема античности могла бы быть высказана так: мы и боги, средневековье – это бог и мы, раннее новое время – это бог и я. И вот придрись безумцы, которые понимают, что оказывается все совершенно иначе, они начинают чувствовать я и бог. То есть для них придиры встает вопрос, что-то не в том, верю я в бог, что-то в том, верит ли он в меня. Все это надо будет пытаться высказать. Письма русского путешественника, о чем прекрасно сказал сейчас Андрей Николаевич, они решали задачу разборки с пейзажем. И лучшего, по-моему, на долгие десятилетия, потому что лучшего описателя не сельских видов, вот этого у нас добра вполне достаточно, а городских пейзажей после Кравлина долго-долго не будет. Это человек, увидевший город, человек, сумевший его обсказать во всех его, не только памятниках, но и его атмосферах. Для этого опять-таки понадобились и тире, и троеточие. И по мере того, вот, заметьте, просто механически листать письма русского путешественника, можно наблюдать, как количество этих знаков все возрастает и возрастает. Пунктуационно становится больше двоеточий, троеточий. Растут запятые, и все это превращается в такой какой-то безумный лис. Нужен был новый язык. Разница этих языков по-любому из нас понятна. Не зря Пушкин капитанской дочке виртуозно владеет языком 17 века, ведь это написано очень коротко и очень емко. И когда, давайте сравним два известные школьные программы, два происшествия, казалось бы, смертных, но оба не смертных в итоге. Первое, когда Гринёву ведут на казнь, дальше замечательный текст. «Не бойся, говорили мне мои мучители, подталкивая меня к виселице. Точка, абзац. Чувствия мои были смутны. Точка». Теперь давайте вспомним, как умирает князь Андрей и сколько строк и сколько страниц на это автором выделено. Вот со всей этой задачей столкнулся Николай Михайлович Карамзин, и бедная Лиза как раз свидетельствует об этом самом открытии чувствований, нервов. Если говорить с точки зрения медицинской, то были нервы давным-давно известны. Они же, собственно, назывались еще и фибровый чемодан, да, всем известен. То есть это вот некоторые волокна. Поэтому до Карамзина можно было сказать разбить нервы, но нельзя было сказать расстроить нервы. Все это, а уж прилагательные нервы появляются еще того позднее. И вот в этой чувствительности живут герои Карамзина. Для этого написана «Бедная Лиза». И, в конце концов, русский язык обладает, с моей точки зрения, одним недостатком, да, поскольку в русском языке, по крайней мере, отсутствует русский язык, в нем и любовь лишена глагола, да, если мы пытаемся
сказать о любви глаголу, то мы впадаем или в медицину, или в обсценную лексику. Это беда нас мучает до сих пор. Вот Николай Михайлович Карамзин со свойственной молодому человеку развязанностью и потайной эротоманией подошел и выдохнул. Ах, Лиза, Лиза, прямо на границе будет, где твоя невинность. Спасибо. Еще раз, если это пойдет часть вашего выступления, не остановите. Я просто напомню, что в 1782 году Андрей Иванович Вяземский покупает дом у Коломажного двора. И там же рождается Петр Андреевич, а на рубеже веков овдовевший Карамзин вдруг видит сон, где через отверстие могилы его первой жены, она умерла в Свиблове на даче в усадьбе Свиблова, и он шел за ее гробом в Москву, через это отверстие могилы протягивает ему руку некая девушка, и он узнает внебрачную дочь Андрея Ивановича Вяземского, сводную сестру Петра Андреевича Вяземского, Екатерину Колыванову. Она становится, причем именно так, во сне, она протягивает ему руку над могилой первой жены. И через некоторое время вот, состоялся этот второй брак. Карамзин переехал в дом старшего князя Вяземского, когда же князь скончался, показалось, что, ну, или это было, наверное, известно заранее, что Николай Михайлович станет Петру Андреевичу в отца места до совершеннолетия Петра Андреевича, и таким образом дом Вяземских оказывается также и домом Карамзина. Это дом Карамзина с 4 по 11 годы, когда Николай Михайлович, исполняя завещание своего покойного друга Вяземского-старшего под достижение Петром Андреевичем самостоятельности и там, готовности жениться, должен будет покинуть нынешний вот Малый Знаменский переулок и искать новое жилье. Своего у него фактически так и не было никогда. И вот этот дом Вяземских Карамзина, мы можем так говорить, по паспорту это дом Вяземских Долгородных, владелец Серебряного века, тут нет ошибки. Это главный кабинет Карамзина-историка, здесь он уединился, здесь он из человека 18 века, молодого, и да, вот того, которое писали Андрей Николаевич Геннадьевич, превратился в затворника во имя истории, человека, который писал под сводами в сводчатой комнате, как я предполагаю, первого этажа, там в дом двухэтажный, значит, жилье, вероятно, в первом этаже, и, вероятно, опять-таки, да, разделенное между ним и Петром Андреевичем, как-нибудь так, первый этаж, ну, я уже фантазирую, по сторонам, в вестибюле, например, да. Это все еще, думаю, предстоит установить. И вот дом этот оказывается, ну, если угодно, зимним кабинетом, да, условно так его назовем, полным городским аналогом Астафьева. Вообще-то правильнее сказать, что Астафьевский дом – это сельский аналог городского дома Вяземских Карамзина. Сейчас этот дом уже некоторое время назад перешел в распоряжение Пушкинского музея для создания галереи новой западной живописи, что вполне уместно. К сожалению, мы упустили тут, это та стадия проекта Фостера, изгнанного в целом с Волхонки, которая проскочила через разные экспертизы, и реставрация этого дома осложняется сейчас строительством четырехэтажного подземелья. Никто не согласился с нашей позицией, что это некорректно. Вот, наша позиция по этому поводу известна, но, наверное, это не сегодняшняя тема. А вот реставрационная часть оказалась полна совершенно замечательных открытий. И дом со сводами, под которыми писал Карамзин, ожидаемо обнаружил свою древность. Автор проекта реставрации Татьяна Хал. Здравствуйте. Ну, я хотела сказать, что большое уставное, он как раз вот начал с общих слов, которые я заготовила. Вот, он сказал, это очень красиво. Вот, спасибо. Вот, если можно вот пролистать, да, начиналась как раз вот Екатерина Андреевна, его вторая супруга, с которой он прожил большую часть своей жизни, имел много детей, был абсолютно счастлив, потому что это была очень замечательная женщина, девушка, которая добросердечная, которая очень умная, скромная, и у всех, ну, кто ее знал, вызывала восхищение и уважение. Вот. Значит, дальше. И, значит, в этом здании по адресу
адрес московский, это вот дома, в котором жил, работал Николай Михайлович Карамзин с 1804 года, когда, значит, вот, женился. Значит, одновременно он был опекуном Петра Андреевича Вяземского, будущего литератора, семьянина отца после смерти Андрея Ивановича Вяземского. Вот. И на самом деле, ну вот там свадьба, которая состоялась в 1804 году, вызывала, ну, по воспоминаниям современников, вызывала много пересудов, потому что эта семья знатная была, Карамзин был литератор. Тем не менее, вот открытость дома Вяземских и ну, такое доверие, которое вызывал к себе Николай Михайлович, вот, это оказалось, ну, на пользу и, в общем, дальнейшей работе и формированию, ну, личности, Петра Андреевича, например. Вот, ну, значит, можно дальше там просто показывать. Это вот картинка просто, ну, район Волхонки. Вот, некая среда, Москва бурлила, и, в общем, как раз, ну, дальше можно просто иллюстративный ряд. Картинка, которая, интерьеры, которые не относятся к усадьбе Вяземских, но, тем не менее, просто отобрана, потому что, значит, по описанию современников, дом Вяземских не отличался блеском и роскошью, но здесь было все создано для работы. То есть прекрасная библиотека, удобное, ну, расположение помещений, вот, можно было уединиться. Вот, и поэтому вот картинка, которая мне показалась просто тоже для иллюстративного ряда, вполне подходящая, она небрежный интерьер того времени, вот, но тем не менее, да, большая библиотека, и это, наверное, должно как-то вот. Дать представление о том времени, достаточно. Вот, значит, это усадьба Вяземских, одна из старых, одно из старых владений, которая очерчена древнейшими московскими улицами. Большой Знаменский переулок, Малый Знаменский переулок и Колымажный переулок с трех сторон. Ну, здесь просто не выделено, но вот верхний правый угол, это как раз на плане Ухтомского, как раз это усадьба. Вот. И, ну, что интересно, это нечастый случай, да, когда вот она, и вот, собственно говоря, главный дом усадьбы. Вот. Это нечастый случай, когда сохранилась вся территория усадьбы, и можно представить вот, не только среду вот, внутри дома, но и вокруг. Потому что, ну, в общем-то, как там с самого начала здесь вот перед домом располагался парадный двор, рядом был фруктовый сад, где тоже можно было уединиться, отдохнуть. И, в общем, это, да, там сейчас, вот, например, тоже сохранились даже деревья, которые возраст имеют Карамзина. Вот, ну, в общем-то, замечательно, что есть такое место. Да, можно дальше. Это один из ранних снимков, сделанных с храма Христа Спасителя 1867 года, где виден вот этот дом, который впоследствии там, в советское время к нему были пристроены флигели. И, в принципе, вот этот объем, он такой был и где-то на начало XIX века, поэтому мы можем даже вот видеть, ну, да, примерно все, значит, ту атмосферу, которую жил Николай Михайлович. Дальше можем показать. Вот, ну, это просто музейный городок, который представлен, потому что именно усадьба Вяземских, как и ряд других объектов, вошла в проект расширения
музей имени Пушкина, и в данном случае предполагается здесь разместить галерею старых мастеров. Здание. Дальше можно? Можно побыстрее. Так вот выглядело перед началом этих работ, то есть мы, ну, видимо, оштукатуренное здание, и также примерно выглядел проект реставрации, то есть архитектор, там, Сергеевна Антонова, ну, она, в принципе, справедливо считала своим долгом все-таки сохранить все, что есть, и вот, в принципе, проект был скорее фиксационный, то есть все, что сохранилось на до последнего времени, вот, задача реставратора тоже, по крайней мере, это не тратить. Дальше нужно. Вот, но когда начались работы, то, в принципе, сняли штукатурку, и тут, в общем, раскрылась очень сложная строительная история здания, которая, ну, меня просто вообще, когда я увидела, выйдя на этот объект в январе этого года, вот, у меня просто появился, ну, я не знаю, азарт такой, я как грибник, который вообще вот грибницу увидел, вот масляк на поляне. То есть я пока все там не смогла выявить, не могла остановиться, да. То есть вышло там каникулы зимние, потому что, значит, вот что обнаружилось. Ну, правда, не очень хорошо видно, но, значит, фрагменты наличников 17 века, детали там этих наличников, значит, межэтажный карниз, ну, да, ну, в общем, фрагменты срубленных пилястр, дальше можно, вот здесь, ну, более хорошо видно, и дальше можно. Еще дальше, ну, да, вот предыдущий можно. Это западный фасад, который выходит на Большой Знаменский переулок. Вот здесь прямо видно откос, оконный сохранился очень хорошо, и ряд такой ритмический этих старых окон. Дальше можно? Да, это был западный фасад, а также у нас оказался, ну, сохранилось много элементов и на южном фасаде, причем даже сохранность их более хорошая, чем на западном фасаде. Можно? Вот здесь видны откосы, это вот попытка декомпоновать утраченный наличник, там колода врубленная 18 века, дальше можно, а, именно 18-го, потому что в принципе столярка заменена и по характеру она относится к 18 веку. Окно, я повторяю, это хранит 17 века, можно дальше? Наличник дальше можно. Да, значит, и вот такие элементы, тоже детали наличников, очень характерны. Сейчас я вот обведу вот такие трапеции, полукруги, вот такие профилированные элементы и вот подрезочки. Значит, и вот рядышком спавлено. Значит, такие интересные характерные детали, они очень узнаваемы. И сразу был найден прямой аналог этой архитектуры. Красные палаты, дальше можно? Вот, тоже детали. Красные палаты, которые входят своим фасадом в храм Христа Спасителя. Вот те же подрезки на наличниках, которые говорят о том, что в принципе здесь либо работали те же мастера, либо это, ну, очень понравилось первому владельцу, строителю палат, поэтому он тоже вот, был, ну, ему хотелось, чтобы что-то подобное было в его доме. Дальше можно? Можно побыстрее, да, просто вот как пример идет, и сами подрезки дальше. Ну, немножко другие пропорции, но все равно узнаваемо. Вот, еще раз покажу вот эту развертку, значит, и просто объясню, почему. Что, значит, конечно, тогда в таком количестве вы видите элементы первоначального периода, у вас, безусловно, если вы там этим занимаетесь, появится
вот, забываете о том, что это дом Карамзина, забываете о том, что это здание, вот оно, было частью Пречистенского дворца, и тоже попало в реконструкцию, как, когда несколько усадеб было взято в аренду, перестроены, приезда Екатерины. Дальше можно? Мы забываем о том, что это тоже, значит, усадьба, связанная с именем Голицына, губернатора московского, да, забываем о том, что это тоже владение Долгоруковых в конце XIX века, и забываем совершенно о том, что это все-таки связано с историей активного ленинизма. Дальше вот просто планы, которые найдены были вот, и зафиксированы разных владельцев. Ну, это уже вот пристроены в советское время флигели, когда, значит, национализировано здание было, сделали его институтом Маркса Энгельса и подвергли реконструкции достаточно существенной и пристроили флигели. Вот, в принципе, пристроили очень тактично архитектор Гузенберг, который подчинился отделке, который, ну, отделка относится к концу XIX века. Этот пышный декор был сделан при князьях Долгоруковых, которые ну, вот, в конце XIX века приобрели усадьбу и тоже решили ее украсить несколько. И архитектор Гузенберг, он продолжил на флигеле вот эту же тему, поэтому, в принципе, здание стало достаточно роскошным. Вот, ну и эти пристройки выглядели, ну, фактически как родные. Единственное, что их выдавало, можно дальше, да, это вот такая символика на титуловых стенках, да, там серп и молот, без этого никак они, скажем, не могли в то время обойтись. Дальше это, значит, фронтон и просто вот то, что моя фотография, потому что я уже не видела, когда здесь профили трех наших Ленин, Энгельс, ну и в музее просто я именно почему-то выбрала фотографию советского времени, потому что это тоже библиотека. Просто вот была библиотека Вяземских, Карамзина, да, и вот тоже библиотека, которая была уже в советское время. Музей, институт, библиотека. Дальше. Вот. Ну, значит, прошло, правда, там, к сожалению, где-то растаяла реконструкция на 17 век. Вот просто, может быть, не считала флешка. Вот, поэтому, ну, буду вот так дальше. То есть там была картинка. Вот. Стал вопрос, все-таки улеглись страсти, и когда, значит, 17 век это замечательно, вот, но мы не можем, конечно, забыть эту сложную историю здания и все, ну, просто вот взять и сделать то, что, на мой взгляд, сейчас и минутно наиболее интересно. А нужно, ну, раскрыть, постараться для каждого, это все-таки музей, и все ценное в этом здании должно быть отражено, сохранено и представлено, доступно, чтобы это было, ну, как бы воспринималось эстетически. То есть началась работа по выработке концепции архитектурного, ну, вот, корректировки проекта с, ну, с теми элементами, которые найдены. Поэтому, значит, был взят курс на максимальное сохранение всех периодов. Вот, и, значит, как, ну, основополагающее такое направление – это консервация. И если, значит, консервация, то каким методом? Вот, это один тоже из первых вариантов проекта корректировки, когда, значит, все-таки часть элементов воссоздается, часть фасада остается в том виде, в каком она дошла до последнего времени,
потому что это тоже справедливо, потому что, значит, вот эти стены, они были оштукатурены, и, значит, ну, можно их просто вот эти окна, которые, ну, для которых нет достаточного основания, чтобы мы вернули первоначальную форму, предположим, оставить их такими, какие есть, но вот максимально раскрыть то, что мы видим. Вот, дальше можно? Так. Это здесь один из вариантов, которые решили, что это тоже недостаточно. Все-таки мы уходим от основополагающей идеи консервации. Поэтому здесь вот количество штукатурки увеличено, количество демонстрационных зондажей уменьшено. Дальше. Вот. Но, значит, при обсуждении научно-металлическом совете всем все равно вот, ну, участникам было жалко даже вот этот фасад, который, ну, сейчас открыт и который сам по себе интересен. И вот этот вариант предполагает, что, предположим, если это имеет какую-то ценность, давайте его максимально раскроем, предположим, будем искать средства, способы, технологические рецепты, чтобы укрепить кладку, но оставить ее в том виде, в котором, вот, предположим, есть возможность видеть эту сложную драматическую историю кладки здания дальше. Вот. Но вот сейчас, на сегодняшний момент, предварительно одобрили вот этот вариант. То есть та совсем раскрытая кирпичная кладка, она все-таки вызывает сомнение, что ее можно защитить как следует, что это будет долговечным. Поэтому вот без обмазки мы, ну, никак не сможем обойтись. И, значит, вот такое сохранение всех следов, ну, по возможности, докомпоновка в тех местах, где простенок сильно ослаблен, то есть вот если вы помните эту фотографию, где виден откос прямо центрального наличника, то здесь, ну, в принципе, целое прясло стены, оно фактически представляет собой большой проем. Поэтому здесь воссоздание вот такого наличника, оно же будет и укреплением стены. Вот, поэтому, ну, вот мы все-таки к определенной докомпоновке пришли к необходимости определенной докомпоновки. Вот. Но, значит, те места, которые вот читаются, оставить в виде все равно тех подлинных остатков кладки, пускай вот, ну, закрепленные, но они подлинные, даже не докомпоновки, потому что любая докомпоновка, вычинка даже, это подмена подлинного материала. Вот. Ну, дальше можно? Да. Я не знаю, почему выскочила. Да, наверное, вспомнила. Я просто рассказала о той работе, которая была проделана с фасадами. И, в принципе, ну, в общем-то, мы как-то с научно-методическим советом, с рабочей группой определились в определенном направлении. Примерно такой же подход и что касается объемно-планировочного решения. Вот этот зал большой, значит, на самом деле он был изначально здесь найден. Я не буду показывать, у меня нет с собой планов, но тем не менее здесь были две поперечные стены, одна продольная, и это тоже были палаты, перекрытые сводами. В советское время сделали вот такой большой зал. Вот. И Пушкинскому музею этот зал нужен. Вот они никак тоже не хотят сделать там, ну, вот, изменить что-то, поэтому вот этот зал будет оставаться таким залом. Дальше можно? Вот, вот он огромный. И, в общем-то, я когда, например, тоже первый раз оказалась в этом здании, меня, например, вообще очень сильно напугало то, что вот все вот эти помещения вдоль, идущие вдоль Большого Знаменского переулка, во-первых, они не имеют окон, вы понимаете,
знаете, ну, то есть вот здание, которое вообще вы идете, и нет окон, то есть без окон, без дверей, вот, но, значит, и вот такое большое помещение несоразмерно, не характерное для усадебных домов вообще, просто это не те пропорции, они сразу напрашиваются на то, что здесь нужно искать, значит, утраты определенные. Вот. И, в общем-то, они нашлись. Вот это место, вот тут видно, вот еще маленькая арочка, вот, значит, тут тоже белый камень, дальше можно. Вот, это вот интересное было место, в этом же зале раскрыли кладку, и вдруг вот появились вот такие замечательные ниши, потом, значит, раскрылся дверной проем, в котором, ну, дверная колода 17 века, я могу гарантировать, в прекрасном состоянии, сухая древесина. Да? Второй этаж. Это второй этаж. Да, то есть было наружное крыльцо. Было. Кстати, там реконструкция есть, я его уже нарисовала. Мне было, оно не было сундуком, но тем не менее было, да. Вот, вот такие ниши, там вот такие, ну, затертости такие, которые говорят о том, что это полочки были. Дальше можно. Вот. И вот эта колода, на которой вот раскрылась, это белейшая там клад, ну, вот, известковый раствор был, когда все это расчистили, она была заложена плотно. Вот. Даже вот этот войлок старый, вот, тоже интересно очень, дальше, и профилированный. Да, и вот такая лестница, которая вела видный вот тут ступени, очень крутая, здесь закладка, вот, но, значит, раз была лестница, значит, палаты были, там, был третий этаж, вот, все об этом говорит. И да, вот тут видно, значит, пята свода, и самое главное, что практически во всех помещениях есть в углах найдены фрагменты свода, то есть второй этаж тоже, помещение второго этажа тоже были сводчатые. Вот, а это первый этаж, тоже я, в принципе, очень рада, что вот мы с научно-методическим советом, то есть мне нравится направление, которое коллегиально выработано, именно сохранение всего, что есть, потому что вот это тоже помещение, это коридор, который есть на плане Пречистенского дворца, уже достаточно старый, но тем не менее он, конечно, он перегораживает более древнюю палату, вот. Но тем не менее при желании вот сохранить вот эти все наслоения, получается, в общем, достаточно все. С одной стороны, ну, в общем, когда есть идея, все уже складывается само. Вот, в некую общую картину можно дальше. Вот даже вот это более поздняя кладка, но тем не менее в ней тоже есть такая сквозная ниша, дальше можно показать, она вот с одной и с другой стороны. Вот, дверной проем старый, причем вот перемычка, она вот тоже повторного применения такая вот, там, от какой-то там, может быть, лесенки или еще чего-то. Вот, все это очень живописно, но мы вот считаем, что все это должно вот быть в таком виде, в каком, ну, нашли, ну, как бы сюжет, который появился, наверное, уже когда, в 19 веке, когда, ну, появилось членение, может быть, на квартиры, вот, потому что это ветерада, вот. То есть здесь сделана такая выложена арочка, которая выводила, наверное, куда-то там в яму все, что вытекало вот из этого, из этой трубочки. Вот там дальше есть вот, вот такая трубочка. Вот, а наверху там из кирпича был такой сложен вот небольшой вот этот, ну, как проявитель. Вот, и в принципе, наверное, там, может быть, умывальники подходил, я не берусь о другом рассуждать. И вот просто хотела показать, значит, такие вот откосы дверные на первом этаже,
найдены. Вот. А это нижеэтажный карниз, первоначально, может быть, кто был на дне открытой стройки, я показывала там реконструкцию, и вот она, по-моему, тут тоже в качестве попала рекламного листочка, где, значит, я весь фасад зарисовала окнами 17 века. На самом деле последнее звено, вот, последнее пространство между осями, безусловно, оно было позднее. Вот. И, значит, там я не нашла фрагментов этих наличников и не могла найти. Но вот, значит, пока не раскрыли полы, конструкции полов не сняли, вот подтверждение того, что внутренняя стена, одна из внутренних стен была фасада, вот как раз есть именно потому, что вот сохранился в идеальном состоянии нижеэтажный карниз той части 17 века, которая чуть позже была устроена на одну ось. Дальше. Вот. Но, значит, насколько вот сложно как бы, с этим зданием работать, потому что я хочу сказать, что здесь переделок больше, чем строительных периодов, которые вот носишь и как бы пытаешься классифицировать, выделить это особисти какому-то времени, да, вот если все, значит, виды кирпичной кладки фиксировать, то это очень-очень длинный список получится, вот, потому что, видимо, переделки были постоянные, дальше можно показать. Вот это одна, ну, то есть это стена, которая была фасадная, просто я хочу показать, с чем мы имеем дело, да, как иллюстрацию. Значит, здесь вот заложено окно 17 века, оно там, правда, сохранилось с той стороны, только опять вот подвески нижние, поэтому понятно, что это именно 17 век. Дальше, наверное, конца 18 века деталь анфилады, которая в советское время ось анфилады смещается. Да? А вот длиной вот этот литной гипсодекор, вот он немножко смещен от этой оси. И печные ниши. Вот обращаю внимание, что вот такой, да, видите, кусочек кладки, который здесь заложен в пол кирпича, здесь заложен в пол кирпича. В общем, ну, как действительно ситуация сложная, но тем не менее каждый вот этот период, он, ну, все равно надо делать выбор, что, как мы должны вот это представить потом. Вот. Ну, наверное, все там, по-моему, да, последнее. Да. Ну, просто вот еще, да, парадная лестница, единственный помещение, которое сохранило внутреннюю отделку на сегодняшний момент, вот, она частично более ранняя, 19 века, частично советского периода. Вот, ну, вот мы стараемся тоже ее как-то сберечь, держимся за все. Да, извините. Эти слайды стоят. Если мы переходим в режим вопросов-ответов, то, может быть, сначала вопросы по дому Карамзина. Я тут один хотел сказать, мы опустились на этот момент, что известно даже владельцы, строители этих палат, да, по-видимому. Да. Я просто упустила этот момент. Вот кто живет в Конькове? Кто живет в Конькове? Никто? В Конькове есть церковь, да, Коньковская, 17 века. Это те же хозяева усадьбы, что и вот это их городской дом, Толочановы. Это палата Толочановых. А Сергей Алексеевич Голицын, елизаветинский губернатор Москвы, при котором открыли университет, который был первым из известных владельцев дома до этого времени, до последних исследований, оказался зятем одного из Толочановых, да, то есть это в качестве приданого перешло в род Голицыных, а потом уже через стадию Пречистенского дворца, вероятно, в род Вяземских. Что касается Долгоруковых, то это Петр и Павел Долгоруков, основатели кадетской партии. Если вы
может быть, не знаете каких-то подробностей, то посмотрите обязательно в интернете или иначе. Это две потрясающие биографии, особенно одного из них, князья Петра Павел Долгорукова. Вот, получилось такое замечательное подношение Карамзину, да? А вот реставраторы и музейщики делают к юбилейному году подношение Карамзину. Я уж не знаю, это такой спиритизм, но, мне кажется, Николай Михайлович был совершенно счастлив обнаружить, что дело происходило, да, в палатах 17-го столетия, и что они так могут быть раскрыты. Есть ли вопросы по этой презентации, Татьяна Михайловна? По дому в Малом Знаменском переулке. Все его опознали, место понятно, да? Если можно, вот чуть-чуть еще вперед полистать, я хотел дальше вот на план, может быть, чуть-чуть вот обратить ваше внимание, что длинный квартал правый нижний – это квартал Колымажного двора, то есть нынешнего Пушкинского музея. Да? Усадебный квартал правый верхний, в левом верхнем углу исчезнувшая церковь Николы в Турыгине, левый нижний угол, вытянутое владение Белый город, школа наследия, Волхонка 16. И если вы идете вот сейчас по огоньку, по левой кромке, можно? По левой кромке. Ничего, вот по левой кромке нашей школы идете на Волхонке, идете вверх, Большой Знаменский переулок делает поворот, и здесь за забором вы обнаруживаете прекраснейшим образом вот этот раскрытый фасад 17-го столетия именно в сторону Большого Знаменского переулка восстанавливаемого. Да? Вот, то есть, когда день станет подлиннее, а мы миновали самый короткий день, да, вот, то, возвращаясь из школы после весенних занятий, вы сможете увидеть сегодняшний предмет во всей красе. Вот этот доходный корпус, комплекс, считается по разысканиям Анны Сергеевны мучным городком из «Доктора Живаго», где Лара стреляла в Комаровского. А Пастернак пишет: усадьба, огромная усадьба Долгоруковых, выходившая на три улицы. То есть Малый Знаменский, Колымажный и Большой Знаменский переулки. Топонима «Мечной городок» в Москве не было, это Пастернак придумал, вероятно, касается вот этого комплекса, где у Вяземских был, как я понимаю, хозяйственный двор, а потом образовались доходные дома. То есть количество открытий, вообще, которые с этой усадьбой связаны, оно огромно, но вот 17 век особенно, конечно, особенно замечательно. Так что спасибо большое. Но нас по-прежнему печалит, что это осложняется огромным рытьем подземным, просто огромным. Не хотите это прокомментировать? Там есть опасность какая-то, вот сопряжение этих частей проекта? Нет, безусловно, есть. Мы пытались как-то с этим справиться. Да. Немножко лукавят, когда говорят, что это якобы постер. На самом деле постеры, если посмотреть, то там два уровня, а постепенно там эти уровни росли, потом три, потом закончилось тем, что четыре. Вот, но еще надо было отметить, что сам проект, сама концепция перезаглубления, так это, ну, рабочее название, это называется у них перезаглублением, сама концепция была ужасной, потому что там те, которые приемы были применены, мы бы уже вот, они бы потеряли, потому что оно вывешивалось на сваи, сваи должны были выходить с отметки земли. То есть мы бы потеряли первый этаж полностью, вот, мы могли бы потерять своды. Вот, и, ну, постепенно вот сейчас более щадящие решения приняты. Во-первых, сваи уже не козловые, это которые под углом вводятся, а вертикальные, значит, можно все-таки не бесконтактно делать эти работы. Конечно, все равно представить, что... То есть, то, что проектируется, это вот даже с флигелями, это, в общем, вершина айсберга, потому что из 6 тысяч квадратных метров это будет 25 тысяч квадратных метров, то есть достаточно, ну, очень большой объем. Вот, часть из них будет под, вот, не под, то есть под, не под зданием, но еще вот на этой открытой части, да, вот, но, и это подземное пространство пересекает центральную часть и выходит к Большому Знаменскому. То есть, в общем, это здание технически, это, в общем, невероятно сложно сделать,
Вот, потому что они вот это, я показывала, насколько ослабленная кладка, насколько там все кусочками, вот, а это будет висеть в воздухе. Насколько мягкий грунт их чертоли, о чем знают все застройщики уже 150 лет. Это одно из самых слабых мест вообще. Ну вот единственное, что может быть это, как, может быть, в преддверии празднования года карантина нам, в общем-то, помощь приходит свыше. Вот. И в данном случае, пока, вот, пока ведутся работы, оказывается, вот в этом месте, действительно, геология очень плохая во всем районе. Здесь пока пески, вот, и достаточно плотные слои идут. И, может быть, это нас спасет. Удалось защититься от искажения образа, я надеюсь. Все время что-то меняется, но вот не сумел защититься от подземного строительства, все-таки сумели, как мне кажется, объяснить, что нельзя вторгаться в образ усадьбы. Там у постера было 9 световых сфер, таких сфер уборока. Вот, но 9, потом там 5, потом 3, потом плоские, но все-таки стеклянные клумбы, сопровождавшие постер от России Сергей Борисович Ткаченко, говорил, если кто-то слышал эту историю, на вопрос, почему же от этого не отказаться. Мне говорила дорогая мысль, что посетители подземного кинозала, лектория, гардероба или там кафе смогут видеть в круглую дырочку главный фасад дома Вяземских. Из-под земли. А мы на это отвечали. Аргументация риторическая, эпоха Риттера Зойда. Наши аргументы были такими. Но вот Николай Михайлович, когда сочинял свою историю, не ходил вокруг стеклянной клумбы и не видел обращенные к нему из-под земли глаза посетителей подземного лектория. Вот так мы разговаривали. А в итоге, как я знаю, там не будет световых клумб, да, все-таки? Нет. Или они будут в кущах? Они будут плоские. Плоские, но стеклянные. Все-таки стеклянные. Да. Ну, вообще, вот, в принципе, эта идея великая постера осталась, хотя я считаю абсурдной, то, что он заложил, что музей должен начинаться прямо из выхода метро. То есть он хотел... Я не могу понять, почему посетитель не хочет выйти на улицу и обойти город, подышать воздухом. Обойти в ворота усадебные. Да, обойти в усадебные ворота. Почему ему вот делается такая услуга замечательная, что ты должен выйти из метро, не выходя на улицу, обойти эти бесчисленные музеи и, не выходя на улицу, поехать там, предположим, в Данию. Удивительно. Да. Спасибо. Еще вопросы есть по этой части? А как хронологически выстроена работа подземная и реставрационная? Как это все совместимо? Как по времени соотносятся две работы? Это вот сейчас подземная и ваша? Что логичнее делать сначала, а что потом с вашей точки зрения? Понимаете, дело в том, что, конечно, проект, в общем-то, был сделан спешно. Наверное, появились какие-то условия, которые позволили приступить к реализации этого проекта. И поэтому вот он все-таки сделан в спешке. Соответственно, здание не было обследовано. Оно не было обследовано даже с точки зрения его состояния конструкции. Оно очень ослаблено. Представить то, что над ним должны произвести такую операцию, даже страшно. Вот. Поэтому вот усилия я привлекла конструктора Николая Ивановича Смирнова, очень такой человек заслуженный, давно работает. Вот. Он как бы все свои усилия сосредоточил на противоаварийных мероприятиях. Сейчас это здание выставлено на внутренние леса, и все элементы несущих конструкций закреплены дополнительно, то есть зафиксированы. Это как вот станок Елизарова, да, такой вот, то есть подкружаленные своды, подставочки везде, где только можно. Окна заложили во многих местах, просто вот пленкой обтянули, чтобы следы не пострадали, да, и заложили, чтобы добавить вот эту жесткость зданию, которая может быть, а может оказаться недостаточной. Вот. Ну, в общем, вот реставраторы, конечно, пытаются спасти, делают, что могут, но изменить вот эту саму концепцию невозможно, на это не пойдет. Музей, он, слава богу, пошел, он понял ценность находки,
он поддержал, то есть вот дирекция музея поддержала 17 век, и готова даже была делать 17 век во всем великолепии, да, вот, это вот такое уже последняя концепция, которая предварительно принята, это уже работа научно-методического совета. Спасибо. Ну что, давайте. Дорогие друзья, мы с вами не только вечер карантинский завершаем, а год открываем, но все-таки еще раз завершаем, еще немножко, пожалуйста, завершаем первый календарный год школы наследия и второй семестр. Наталья, вы хотите что-нибудь? Я тоже не думаю, что нужно что-то специально об этом говорить, поэтому мы и предпочли встретить сразу следующий год. Вот. Но нам, как я надеюсь, было весь этот год очень хорошо с вами. Извините, если какие-то накладки когда-то были, но, по-моему, замечательно. Мы встречаемся, и спасибо этому дому, вот мы здесь завершаем семестр мархи, пробовали уже три разные аудитории. Мы встречаемся с вами, как ни в чем бывало, я надеюсь, в феврале, чуть раньше, после каникул здешних институтских, чуть раньше на семинаре по москвоведению и чуть позже на Волхонке в основном нашем цикле. Возможно, мы начнем с интересного археологического сюжета чуть позже, чем здесь, во второй половине февраля. Вот. Я хочу поблагодарить Татьяну Михайловну, Андрея Николаевича, Геннадия Викторовича, который должен был...